Усебеларуская акция «Мы громадяне Беларуси» прошла повсюдно на Могилевщине. Урочисто в День Конституции талиновитая молодь отримала головный документ – паспорт. 14-годовые подлетки стали полуважными громадянами Республики Беларусь. Гімн Беларусі, як неад'ємнай атрыбут дзяржаўнасці, распачаў урачыстую цырымонію. Далей – уручэнне галоўнага дакумента грамадзяніна Рэспублікі. Суверэннай і незалежнай, якая цэніць і клапоціцца пра маладых. Моладзь Магілёўшчыны, у сваю чаргу, адказвае творчасцю, ініцыятывай, крэатывам. С получением паспорта, я думаю, каждый ребёнак станет взрослее, серьёзней, умнее. Будет уже пытаться планировать свое будущее. Паспорт заставляет задуматься как-то уже о том, что скоро и уже поступление в институт. Нужно уже как-то быть более собранной, более самостоятельной. Это очень заставляет задуматься о многих вещах. У областный выконавший комитет для гонорового уручения пашпорта были запрошены каля 30 вушню из усёй Могилёвской области. Гэтые 14-годовые подлетки поспели яскраво проявить себе. Иван Асовский из Бобруйску, активист пионерского руху. Поспевая так само заниматься спортом, до того ж скончил мастацкую школу и марит стать архитектором. Во урочистый момент разом с ним его мати, первый наставник и проводник у дорослое життё. Участвует в олимпиадах, проявляет себя активно в жизни. Школы и вообще активные по жизни. Горда и рада за своего ребенка, за сына. Чему обязывает, как ты думаешь, получение паспорта? Я полноправный гражданин Республики Беларусь, а значит, что я теперь должен отвечать за свои поступки. Урочистая церемония уручения пашпортов отбылась и у Могилевской ратуши. Тут так само, побач с выдатниками учебы, переможцами олимпиад и творчих конкурсов, их батьки. Подтримать у таки момент своих детей необходимо и важно. Еще один этап столения, еще один крок до дорослости. И это еще один крок до отказности за себе, за свой лёс и за лёс своей родимой, как это не сдавалось пафосно. Тому да, для меня это теплый, радостный, счастливый день. Сын подрос. Я считаю, что это великая честь быть гражданином Республики Беларусь, жить здесь, работать и делать все, чтобы эта страна стала самой великой. Акцию «Мы громадяне Беларуси» проводят разом с Белорусским Республиканским Союзом молоди. Гэтым подлеткам уручили членские билеты. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новини региона.